Всем привет! Вы на канале Энс Мессер Структор. Сегодня я вам расскажу про муравья-жнеца, степного муравья. Его так прозвали, потому что он питается семенами растений. В моем случае я его подкармливаю семенами мака. Этот вид отлично подходит для новичков. Он простит вам множество ошибок, из-за которых могли произойти гибели колоний. Лед этого муравья происходит с мая по апрель, после сильных дождей. Этому виду я крайне не советую давать сахарный сироп. Он может способствовать гибели вашей колонии. В этой колонии есть полиморфизм. Это когда в колонии есть и солдаты, и рабочие муравьи. Я не советую вам давать насекомых с улицы. Они могут принести вред вашим муравьям. Эти муравьи обитают в России. Чтобы ускорить рост вашей колонии, можете давать им мучного червя и личинки жука-знахаря. Спасибо за просмотр данного видеоролика.